Здравствуйте. С вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Наша сегодняшняя собеседница вам уже знакома. Это Алина Селиванова, ведущий эколог закрытого акционерного общества «Струнные технологии». Здравствуйте, Алина. Здравствуйте. У нас сегодня очень важный, радостный повод для встречи. Совершенно верно. Сегодня у нас радостное событие очередное. Мы успешно прошли сертификацию на систему экологического менеджмента в национальной системе подтверждения. Работали мы с Белорусским государственным институтом метрологии. И благодаря нашей работе всего нашего коллектива, высококвалифицированному персоналу, ни одного замечания по результатам аудита выявлено не было. И был выдан сертификат на соответствие системы экологического менеджмента на новую версию стандарта ISO 14001/2017 года сроком действия на 3 года. Хочется отметить, что наша организация является одной из первых, получивших данный сертификат в Республике Беларусь. Сертификаты по ISO 14000 по предыдущим версиям, конечно, были, но по новой версии мы лидеры в нашей республике. Спасибо вам. Здесь большой объем вашей работы и ваша заслуга. Здесь хотелось бы, чтобы вы прояснили. Очень многие наши зрители, наши партнеры, наверное, путают слегка то, что вы сейчас рассказываете, с озеленением крыш. Вот, кстати, мы не случайно находимся на крыше, а позже станет понятно, почему. Объясните, так ли это, или все-таки немножко разные вещи? Ну, это немножко разные вещи. Озеленение крыши можно, конечно, назвать культуро-техническими мероприятиями. Это как благоустройство, облагораживание, улучшение. Ну, система же управления, она включает в себя полностью управление всеми аспектами. И вообще экологическая сертификация является одним из важных элементов нашей государственной политики Республики Беларусь. И она основана на законе Республики Беларусь об охране окружающей среды. Вот это является законодательной основой. И, в общем-то, охватывает все аспекты, связанные с охраной окружающей среды. А озеленение – это, можно сказать, как маленький кусочек системы управления экологического менеджмента. То есть, получив этот сертификат, мы подтвердили, что выполняем все требования законодательства, не загрязняя окружающую среду. А то, что мы озеленяем крыши, мы как бы продолжаем эти требования и перевыполняем их. И я не сомневаюсь, что сейчас вы видите, все крыши вокруг нас обычные, плоские или покатые, качественные, более или менее. Но если требования законодательства и все нормы строительные позволят, я не сомневаюсь, что здесь, как и все крыши в экотехнопарке, а мы находимся на крыше нашего офиса, нового офиса Skyway, здесь также будет зелень, будут цвести деревья, кустарники и цветы. Хотелось бы вот что еще спросить. Опять же, озвучиваю вопросы наших партнеров. А все те затраты, которые, естественно, понадобились для получения этого сертификата, окупятся ли они? Был ли в них смысл? Полученный сертификат дает право нашей компании в течение 3 лет при уплате экологического налога применять коэффициент 0,9, что, естественно, уменьшает расходы. Также сертификат дает право использовать знак соответствия. Мы можем маркировать им документацию, продукцию, рекламные материалы. Тоже в течение 3 лет, в течение действия сертификата. На данный момент мы имеем уже 2 сертификата. Это в национальной системе сертификации и в международной системе сертификации. Ну, это дает нам большую уверенность, что все требования, установленные законом охраны окружающей среды, соблюдены. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, и вы научитесь вести свое хозяйство так, чтобы ни одна копейка не пропала даром. Строй Skyway! Спасай планету!